Добрый день, дорогие жители. Очередной понедельник. Мы начинаем с разговора о всем важном, что происходит в нашем любимом Подмосковье. И, конечно, опираемся на те обращения и встречи, которые и я, и мои коллеги проводят регулярно на территории, во дворах, в автобусе, везде, где мы встречаем вас. Ребенок после тренировок часов 7 шел домой вечером. И сзади его дернули за капюшон трое иностранцев азиатской внешности. Ребенок, конечно, убежал, отошел в сторону. Город быстро развивается. Естественно, все люди ждут какой-то помощи от полиции. Все звонят, переживают. Но полиции у нас в городе не хватает. О том, что не хватает сотрудников полиции, я согласен. Мы принимаем сейчас и примем меры для того, что мы обсудили вот в выходные. И в ближайшее время, значит, патрульно-постовая служба спецполка будет направлена именно в этот микрорайон для стабилизации, скажем так, обстановки. У нас работает программа «Безопасный регион». И, наверное, вот в таких густонаселенных микрорайонах, городах, мы особенно должны подумать, как сделать так, чтобы обеспечить безопасность. Отдельно вам задавали вопрос женщины по поводу установки пандусов жилых домов. В каждом жилом доме, во всех подъездах пандусы легкие, съемные, откидные установлены. 26 декабря мы завершили все работы. Пандусы просто выше всяких похвал. Каждое утро пользуемся, очень удобно. Все, что касается общественного транспорта, тема актуальная. Новые микрорайоны, значит, должны быть новые маршруты. И с этого понедельника из Брони в Жуковский мы пустили маршрут. Жители проголосовало более 3000 голосов. Надеюсь, вы маршрут оцените и сможете прокомментировать, насколько он удобен, размер автобуса и прочие детали.